Книга Исход, глава 5. «После этого Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, «Так, — говорит Господь, Бог Израилев, — отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали, «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский, «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон, «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря, «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтоб они работали и не занимались пустыми речами». И вышли приставники народа и надзиратели его, и сказали народу, «Так, — говорит фараон, — не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря, «Выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзиратели из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря, «Почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочное число кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря, «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал, «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же, работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах, «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им, «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал, «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом этим. Избавить же ты не избавил народа твоего».